торжественной обстановке 19 июня в Иванове открыли мемориальную доску в память о Владиславе Николаевиче Тихомирове. Это уникальный для нашего региона человек и грамотный руководитель. Он избирался народным депутатом Российской Федерации, был членом Совета Федерации. Но больше всего его знают как главу администрации Ивановской области. Это единственный человек, единственный руководитель в истории нашего края, занимавший все высшие должности. Вот сами посудите, председатель Ивановского облисполкома, потом председатель областного совета народных депутатов, потом председатель законодательного собрания Ивановской области, первый председатель, сейчас это Ивановская областная дума, плюс первый секретарь Ивановского обкома КПСС, это высшая партийная должность. Он занимал, правда, ее недолго, с июня по август 1990 года. Ну и, конечно, глава администрации Ивановской области, причем первый избранный глава региона населением Ивановской области. Владислав Тихомиров возглавлял наш регион с 1996 года по 2000. И за эти непростые годы он практически вывел регион из кризиса. Эффективность труда любого руководителя заключается в том, в каком состоянии он принял объект управления и в каком состоянии он его сдал. Владислав Николаевич Тихомиров в 1996 году принял область состоящими заводами и фабриками, с массой безработных, с невыплатами пенсии. И за 5 лет работы своей на посту губернатора он приложил немало сил и сдавал область, где все до одного предприятия работали. Правда, не было торговых центров, но остальное все функционировало. О заслугах Владислава Тихомирова свидетельствуют различные награды, среди которых орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени, знак почета и звание почетный гражданин Ивановской области. Но больше всего о человеке говорят его поступки и добрые дела, память о которых старается сохранить нынешнее поколение. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.